Бренд Solis Gold представляет крупная индийская корпорация Sonalika, основанная в 1969 году. Для идеального качества компания выбирает лучших в своей сфере производителей комплектующих. Двигатели Mitsubishi, электрика и электроника Bosch, элементы трансмиссии Carrara, оптика Hella, а распределители от Mita. А самое главное, завод имеет полный цикл. Для изготовления всех деталей и механизмов на производственных конвейерах используется сталь, только самого высокого качества первичной выплавки. Окрашивание выполняется на высокоточных, полностью роботизированных линиях. Официальный бренд Solis представляет 1800 дилеров в 140 странах мира. А годовой объем выпуска более 300 тысяч единиц техники мощностью от 16 до 120 лошадиных сил. Для сравнения, в 2021 году МТЗ продал за рубеж только 36 тысяч тракторов. А начнем мы серию обзоров тракторов серии Solis Gold самого небольшого 26-сильного трактора. Могу сказать, что этот трактор лучший в своем сегменте. За счет чего, спросите вы? Обратите внимание, у него ширина чуть больше метра. Например, идеально будет для клубничных полей. Грузоподъемность навески 600 кг. Это приближает его по техническим характеристикам к более мощным тракторам до 50 лошадей. Здесь двухскоростной ВОМ, 540 и 1000 оборотов в минуту. Эксплуатационная масса трактора больше тонны, а радиус разворота 2,3 метра. Святая святых. Японский трехцилиндровый дизельный двигатель Mitsubishi. Максимальная мощность 24 лошадиные силы. Крутящий момент на средних оборотах 76 ньютонов. Что можно сказать про японцев? Надежный, экономичный, тихий. Низкие вибрации, вы будете на нем работать долго и счастливо. Никаких вопросов. На дворе у нас зима, и, конечно, каждый спросит, а как же трактор будет заводиться в морозы, ну, например, минус 10, минус 20. Для этого в каждом цилиндре предусмотрена свеча накала. Вам всего лишь надо повернуть ключ, подождать несколько секунд и после этого заводить стартер. Трактор заведется сразу же. Давайте посмотрим, что у нас с воздушным фильтром. Он двухуровневый, в нем два картриджа, грубой и тонкой очистки. Ресурс, кстати, у него 700 моточасов. Если вдруг загорается на приборной панели лампа, то это сигнализирует вам о том, что необходимо продуть картриджи, и, соответственно, далее можно продолжить работу. Идем дальше. Электрика Bosch. Немецкое качество, тут ничего не скажешь. Продукция компании стандартизирована и представлена во всех странах ЕАЭС, поэтому проблем с подбором и покупкой точно не будет. Тормоза здесь в масляной ванне, и любой знаток вам скажет, что многодисковый тормоз в масляной ванне служит гораздо дольше, чем обычный стандартный барабанный тормоз. Система требует минимальных регулировок и сохраняет стабильную эффективность на протяжении всего срока службы. Кстати, здесь большой топливный бак на 28 литров с удобной горловиной. Вам хватит на несколько рабочих смен. И обратите внимание, а крышка бака здесь дополнена замком. Трактор оборудован дугой безопасности по всем европейским стандартам. В случае чрезвычайных ситуаций она защитит вас при опрокидывании. Если вам надо проехать в низкий проем, дугу можно сложить. Оптика здесь линзованная исключительно бренда Hella. Ее используют, потому что она не только эффективна, но и долговечна. Вы можете наблюдать ее во всех премиальных брендах автомобилей. А теперь мы подошли к самому интересному. Обычно, покупая трактор, у вас вообще нет никакого выбора резины. Но только не для Solis Gold. У нас вы можете выбрать обычную сельскохозяйственную резину. Вы можете выбрать сельскохозяйственную с увеличенным пятном контакта. Вы можете выбрать газонную, мою любимую, индустриальную или шины с высокой проходимостью Galaxy Pro. Все это поможет укомплектовать ваш Solis Gold под самые разные работы. Вы, наверное, уже обратили внимание на диски. Компания Kronos является эксклюзивным представителем версии Solis Gold. Трактора всегда выполнены в красном цвете, а диски непременно золотые. И это неспроста. Такое исполнение имеет техника, которая изготавливается на том же конвейере, что и трактора Yanmar.
И все-таки при всех перечисленных характеристиках самым важным отличием от конкурентов является расширенная гарантия 5 лет. На практике эти цифры означают длительный период работы практически без затрат, то есть экономическую эффективность, рентабельность и быструю окупаемость техники. Грех не воспользоваться такой возможностью. И, кстати, дополнительно при покупке расширенной гарантии вы получаете 5 брендированных подарков. Если у вас остались вопросы, пишите под видео, а лучше всего приезжайте к нам в магазин на тест-драйв. Я буду очень рада вас видеть. Ссылку на трактор оставляю под видео. Пишите в комментариях, какие хотите обзоры в следующий раз. Обязательно сделаем обзор на расширенную базу на Solis 26. До новых встреч. Пока-пока.